Всем привет, ребят, с вами Финн, и в этом видео я с блогером Гришаном опять решил закупить пиццу, показать самую дорогую пиццу, что едят финны, которая находится у нас в заведении под названием Коти Пицца, что в переводе значит домашняя пицца. Пойдемте посмотрим, что я смогу заказать и сколько это стоит. Подписывайтесь на канал. Айна китота юкс. Так, супер скрытая съемка. Короче, закупились на 22.80. Вот. 22.80. Моя пицца я взял за 13.90. Практически самая дорогая пицца, что тут есть. Ну, там еще можно где-то на евро, наверное, больше взять, дороже взять пиццу. Но это уже будет не пицца, а такая, ну, я вставлю картинку, такая продолговатая лепешка из теста, на котором там будут какие-нибудь прикольные ингредиенты. Либо можно заказать свою пиццу со своими ингредиентами и там набрать хоть 100 дополнительных ингредиентов. Соответственно, цена будет такая, но я взял то, что, во-первых, мне нравится, оно вкусное. И, во-вторых, как бы, ну, одно из самых дорогих, плюс такая легенькая итальянская пицца. И вообще, как бы, эту пиццу я могу сказать, что она очень вкусная. Вкуснее, чем в Италии. Я в Италии был 4 или 5 раз, как минимум. И вот могу сказать, что нигде не ел пиццу вкуснее, чем в Финляндии, как ни странно. Ну что ж, встретимся с вами уже дома. Покажу вам, как выглядит пицца, и попробуем вместе. Погнали. Ну, а вот так, собственно, выглядит туалет в этом маленьком домике, видите, соответственно, поручни для инвалидов. Ну и здесь же можно помыть сначала мылом руки, потом обработать их антисептиком. И вот куча бумаги. Так вот выглядит пиццерия. Работает только фильм. Взял я две пиццы, Коти пицца. Первая пицца моя. Здесь у нас что-то типа пармской ветчины, он же хамон там, и не знаю, как угодно называйте. В общем, вяленое мясо, потом томаты черри, руккола и также немножко пармезана. Вот, это все дорого обошлось мне в 13.90. Ну, одна из моих любимых пицц такая, чтобы поесть именно вкусно, а не просто наесться каким-то там дешевым кусочком. Вот. И вторая пицца такая, более интересная, то есть она как бы... Это как пицца, с одной стороны, но делается как пицца, но на самом деле называется кальцоне, не знаю, как по-русски. У нас называется кодзоне, код, как код, типа коти пицца. Вот, представляет из себя закрытый такой пирожочек. Здесь вот у нас получается две его половинки. Внутри салатик, соус на выбор, то есть я взял чесночный, можно было взять еще мексиканский, сырный. Еще какие-то там чили и прочее. Вот, я взял такое. То есть это такая, такой же, как бы, по сути, пицца, на которой сверху лежит салат, добавлено мясо, все это запечено и вот так вот просто завернута одна половинка на другую, как если бы я вот так вот закрыл. Но закрывать не буду. Итак, давайте попробуем еще по-быстренькому. Очень вкусная. Коцоне, кальцоне. Курицей, оно могло быть с чем угодно еще, там, например, с говядиной, с овощами. Ну, я взял с курицей, потому что на нее была скидка, и она стоила 8.90 вместо 9.90 без скидки. Кстати, обратите внимание на саму коробку, что она сделана с такой перфорацией, здесь получается как 4 тарелочки. Вот можно вот оторвать крышку, вот эту вот, по вот этой линии, потом разделить это, и здесь как раз 4 куска пиццы, вот здесь вот так разрезано, и каждому положить по этому, по кусочку на тарелочку и вот так вот дать. Что ж, давайте так и сделаем. Возьмем один кусочек для себя любимого. Пахнет пармезаном, хороший знак. В принципе, пармезан тут виден, так сказать, невооруженным взглядом. Сыр уже не тянется, но он тут есть, поверьте мне. Я видел, как там чувак крутил эту пиццу. В общем, ставлю картинку, я чуть-чуть заснял. Не совсем как задумано, но идея вот такая. Финны за переработку материала и круговорот веществ в природе. Так, давайте пробовать. Что я могу сказать? Совершенно не похоже на предыдущий вариант. Тот мне, может быть, даже понравился чуть больше. Он такой более сочный, там намного больше соуса. Ну, вот это такой легенький вариант. Летний, я бы сказал. Подойдет для, не знаю, для всех, кому нравятся ингредиенты, которые находятся в этой пицце.
Ну, собственно, вот такая вот пицца у нас получилась. В описании к этому ролику есть ссылка на видео Гришана, в котором он также записал видос самой дорогой пиццы, которую он нашел у себя в городе, кажется, в Белгороде. Посмотрим, что он смог купить. Ну, на этом у меня все. Всем приятного аппетита, кто кушает. С вами был Финн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, о чем бы хотели, чтобы я снял следующее видео. Всем пока. Посмотрим по видео ссылки. Посмотрим по ссылке видео в описании. Посмотрим по ссылке в описании видео Гришана, какую пиццу он купил самую дорогую в городе, что у нас нашел. Что? Посмотрим видео по ссылке в описании Гришана, который он... Всем пока!